Сделал из седана хэтчбэк. Серьезная авария произошла этим утром на улице Нуриханов-Аттаха. По предварительным данным, водитель «Шевроле Круз» не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения, где его в заднюю часть протаранил автобус. Как объясняли произошедшее водители, услышала Вероника Гайнутдинова. Вправо взял немножко. На пешеходку заехал. Водитель автобуса признается, избежать удара уже никак не мог. Он двигался по улице Нуриханов-Аттаха. По той же улице, но в противоположном направлении ехал «Шевроле Круз». В какой-то момент водитель иномарки потерял управление и оказался на полосе встречного движения. А вы кого-то обгоняли, нет? Или... Да нет, у меня скорость максимум 40. А из чего занесло, думаете? Тут лед был, сейчас солнце уже вышло, сейчас нет ничего, не видно. Угу. А в то время холодно, и скользко было. За это медленно ехал, что-то не знаю, случилось сзади, это сразу на левую сторону. Угу. То есть вас просто на гололеде, получается, задом занесло и да, на встречку вот этот автобус врезался. В салоне иномарки мужчина находился без пассажиров. Пострадавших в аварии нет. У легковушки полностью смялась вся задняя часть. Машину-то будете устанавливать, нет или все? Ну, если получится, то восстановлю. Вину в аварии водитель «Шевроле» полностью признал. Вероника Гайнутдинова, Айрат Назипов, Наиля Абдуллин. Вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.